Я вас приветствую, дорогие мои! С вами Тамара Капибара, и мы продолжаем проходить Алекс Half-Life. Ну что, пацаны, пойдемте. Я что решила-то? Во-первых, разбить бутылку на счастье. Опа! Смотрите-ка, тут боеприпасы были. Что бутылка-то не разбилась? Ну-ка, я не слышала. Ну, у меня тихо, конечно, было. Давай! Все разбилось, а это что не разбилось? Это мужик хотел себе ее украсть, представляете? Ах ты! Бухарик. Так вот, ребята, смотрите, допился до чертиков, стал зомби. Так вот, давайте все-таки я решила чё. Чё я решила-то? А чё? Вернемся туда, куда нас ведет Алекс. Куда нас ведет путь. По той простой причине, что обычно в Алекс нет таких вот путей, что типа ты уйдешь куда-то не туда. Там все ведет в одно место. Как-то так. Что ты там, блин, захлебываешься, дурачок? Слюной, что ли, подавился? Так. Подождите, а тут я все внимательно смотрела? Да вроде все. Так, фонарь-то включи, мне же не видно, нифига, Алекс. Так, что я эти коробки-то в прошлой серии-то я смотрю, так мимо прошла, как будто не сегодня мне надо. Так, выключи. Ну, в принципе, тут ничего, вроде в них нет такого. Так, Алекс, то ты бойко это все таскаешь, что, блин, не хочешь? В это чем тесть? Так, ну вроде ничего нет, только эти соли, сахар или что там такое. Хотя откуда тут соль, сахар? Ладно, неважно, ребят. А что не на русском? Ну ладно. Так, я не обиделся, но я запомню. Так, что здесь? Смотрите, какие-то желтые мешки. Какая-то типа стройки, но не стройка. А может быть и стройка, хрен его знает. Так, ребята, посмотрим на райончик. Что-то я забываю прибавлять вам местность, как говорится. Чтобы поближе все это рассмотреть. Прибавлять местность это как-то. Ну ладно, Тамара прибавляет местность. Просто, ребята, знаете это. Тамара может. А! Тихо. Смотрите-ка, куда-то пришли. Опа, минус. Один комбайн, если он там стоял. Минус второй комбайн. Здравствуйте. Так, звук двери. Это где это я? А, ой, это же... Да, 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 ребята, это получается, это... Вы поняли, она как раз была закрыта, мы как раз-таки смотрели сюда. О, и получается, если эта дверь там, то эта дверь ведет сюда. Нет? Сюда. Вы сейчас скажете, куда сюда, Тамара? Можно пояснение, пожалуйста? Ты же все-таки летсплейщица, ты должна нам говорить, что ты делаешь, а не так просто, ой, сюда, ой, туда. Ну, в это же помещение, где эта люлька красная есть. Ну, этот лифт, не лифт. Ну, короче, мы сейчас спустимся к комбайнам. Я поняла. Ящики не бьются, ну ладно. Так, и впятимся. Тихо. Да, 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 все понятно теперь стало. Так, ребята, теперь надо опять эти прыжки, которые немножечко иногда неофигенно получаются, так вот. А вообще, я могла же через вентиляцию пролезть и запрыгнуть туда же, не? Ну ладно, неважно. Так, ну-ка, давай-ка. Опа. Ну, ёпаный, ну что ж такое-то? Хрясь, хрясь. И хрясь опять-таки, ребята. Ну, блин, звук костей Алекс Венс мы слышим всю... Все прохождение, ребята. Ну, я не знаю, ребят, ну, то я допрыгиваю, то не допрыгиваю, то вот так, то вот сяк. Ну, я не знаю, почему, ребята. Ну, вот не получается у нас с прыжками. Алекс, у нее двойка была по этим, по прыжкам в длину в школе. Я поняла, ребят. В школе у нее реально была двойка. Фу, смотрите, она исправилась, сказала, ни хрена у меня не двойка была, Тамара, что ты тут врешь-то? Я была отличницей по всем предметам. Так вот, ой, да что? А, ты в трубу там? Тихо, не мимо, главное. Так, ребята, аккуратно. И впятимся тоже. И сейчас мы должны... Шифтом! Ребята, обязательно прыгайте шифтом, если вы будете проходить сами. Ну-ка. Блин, как она страшно опускается, ребята, я аж в шоке. Хватит, Дарт Вейдер, достал уже там вздыхать. Тебя победят, понимаешь? Я тебя спойлерну. Так, ребят, помните эти всякие панели, консоли? Там еще дед с нами общался немного, обезумевший. Ну, который, помните, забывал пить таблетки? Мы ему говорили... Пей таблетки, дед, а то по жопе получишь. Он такой, да не. Так, ну чё, это комбайны тут бухали, ребят. Комбайны умеют бухать, представляете? Офигеть. Да кинь ты их тушенку, нахрен тебе это надо? Это так, где он там? Он реально далеко убежал, ему пофигу. Так, барнакл. Барнакл, барнакл, барнакл. Дай-ка я тебе ведро дам. На, не скучай. Так, вроде тут ни смолы, ничего нету, только барнакл одинокий. Одинокий барнакл на карнизе висит. Так, патроны. А, не, патроны, отвертка, блин. Ну, в принципе, можно отверткой кому-нибудь в глаз зарядить. Например, комбайну, естественно. Так, подожди. Барнакл, хочешь отвертку? На. На. Не подавись, смотрите. Он подавит отверткой, нет? Она прям хорошо в него так зашла. Нет, он отрыгивает, смотрите-ка. Я думала, она его убьет.
Сейчас вы скажете, это жестокое обращение с барнаклами, Тамара. Но он сам со мной тоже жестоко обращается. Он меня душит вообще. Так, ну-ка, подожди. Тут же есть где-то этот хрен. А куда хрен-то ушел? Я же ему настреляла. Почему он вообще ушел? Ну-ка, не разбрасываемся особо коробками. Так, где... Тут ничего нету, ничего нету. Ну что такое-то? А где этот чувак? Я же его постреляла. Где он? Куда он ушел-то вообще, ребят? Смотрите, он меня вообще кинул. Просто взял и ушел. Нормально так, по-джентльменски. Просто взял даму и кинул. Так, сервис опять. Эти коробки... Что в этих коробках, интересно? Опа. На-а-а-а! Я тоже тебя постреляю. Ой. В смысле 31 хп? В смысле? Это как это? Почему 31? Мне так больно. Почему мне так больно? Сейчас Алекс должна называть своего отца и говорить: папа, мне так больно. Просто, блин, взял меня, настрелял и убежал, блин. Сыкло. Кстати, ребят, вы мне написали: Тамара, попробуй по ногам пострелять. Вроде бы комбайны будут так быстрее убиваться. Ну, сейчас посмотрим, ребята, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Где его ножки, главное? Его стройные комбайновские ножки. Подождите-ка. А тут была бочка. А, он зомби добил и убежал. Меня, наверное, убивать. Тихо. Что это такое? Тут что-то еще живое, смотрите. Оно живое, оно еще двигается. Только этот аппарат уже мертв. Пацаны, я что-то боюсь, что он сейчас выскочит. Это комбайн? Не к добру. Патроны. Ну вот видите, надо тут копошиться, потому что если не будем копошиться, то все, мы проиграем. Нам не хватит патронов. Видите, у нас и так мало патронов. Мы вроде ему в голову столько настреляли, а ему хоть бы хны, он просто убежал. Тоже как бы, ребят, нечестно. Если согласитесь, прописываешь хедшот, то он должен убиваться. Хотя, может быть, у него какой-то там шлем, я не знаю. Какой-то офигенный, понимаете, непробиваемый. Комбайновский, новая разработка. Алекс бы такой же шлем. Я была бы очень рада, если бы можно было бы ей такой же шлем. Так, коробки, фу. Ну, давай. Ну ладно, пофигу на эту коробку. Так, тут ничего нету, ничего нету. Так, зомби не валяйся. Так, F5. А то мало ли сейчас убьет, все. Все заново придется тут все таскать. Да вроде ничего больше такого нет. А куда ты убежал? Окружай арену. Что за состояние тень, подожди. Что за состояние тень? Ты мне поясни сначала, что это за состояние такое тень? Что за состояние нестояние? Ты где? Подожди, подожди, что значит там злорадный смех? Когда ты смеяться научился? Комбайн, вы же... Ух ты. А что мне с тобой делать? Да, сломай. А что мне с ним делать-то, пацаны? Он там, блин, вовсю стреляет. F5, рикошет пули. Громкие загрязнения, чего? Ты дурак, что ли? Какие громкие загрязнения? Я тут вполне себе тихо. Что, блин? Мужик. Ой-ой-ой! Тихо-тихо. Мужик, я сейчас приду, подожди, я полутаюсь. Тихо. Чё ты-то? Чё ты понял-то? Подожди! Чё ты понял-то? По ногам! О, блин, ни хрена себе он меня вынес. А как мне с ним бороться-то? Подождите-то. Надо как-то разбираться. Может быть, он слишком бронированный, может его гранатами закидать или что с ним делать? Прикрытие. Хорошо, патроны, по крайней мере, пособираю. Тихо. Так, ну так он меня не простреливает. Пацаны, мы наконец-то прогрузились, блин, очень долго. Да что такое? Почему он меня попадает-то? Почему ты попадаешь в меня? На тебе! На тебе! Тихо! Наверное, надо ему, знаете, стрелять, когда вот... На-на-на-на-на! Чё? Чё там неэффективно? Ты чё меня там... Ты чё, меня кошмаришь, что ли? Тихо. Ты прекрати меня кошмарить-то. На, блин! Пойдет. 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 Я думала, он уже какой-то неубиваемый, ребята. Все, блин. Думаю, что такой жесткий-то? Да нет, это фигня, это просто чуть-чуть жесткий. Офигеть, блин. О! Ящик. Там смола лежит. Шприц. Офигенно. Ну все, пацаны, это не так уж сложно было. Сначала было что-то так вот, думаю, блин, наверное, что-то сложное. Не, нифига. Он мне еще, смотрите, пытался меня подкошмарить, типа, ой,
Типа я такая никакая просто. А как мне туда прийти? А, наверное, с той стороны. Вот ты козлина, конечно. Я сейчас. Я тебя облутаюсь. У тебя ничего нет в штанах, мужчина. Я просто буду жестоко с тобой обращаться с твоим телом после смерти. Ну, что есть в штанах-то? Вот козел, ничего нет в штанах. Представляете, ребят? Ну что за мужик, у которого ничего нет в штанах? Так, возьми пистолет. Мало ли тут барнаклы. Так, прямого пути до хранилища нет. Поэтому придется как следует повилять. Повилять жопкой. Оно да. Огромное. Найти будет легко. Почему они хранят его здесь? Если это оружие такое опасное, зачем его держать в этой дыре? Думаю, они ищут способ убрать его с Земли. К себе домой или на другую планету. Почему не использовать здесь? Они уже выиграли эту войну, Алекс. Вот так вот. Представляете, как это Рассел сказал, они уже выиграли эту войну. Так как-то обреченно. Что они уже эту войну выиграли. Так, мне показалось, или тут смола была? Показалось. Ни хрена они не выиграли! Мы это докажем! Да умрите, потому что мне туда надо, я не хочу зацепиться за этих барнаклов. Все, умерли. Так, мне сюда как раз таки и надо было. Ну, вроде больше некуда. Ну, открывай. Ну, давай. Так, выключи фонарь, он мешает. Так, ага, хорошо, шприц еще, ребят. Все, 100 хп. Тьфу ты, блин. А я думала, реально страшнее, ребят, этот солдат. Я уже думала, все, он какой-то, знаете, какой-то мини-босс. А это просто такой... Эх, Тамара. Тамара, Тамара. Не так уж он и страшен был. Так, тут ничего нету. Ручки, щетки, зубные пасты. Да фигня какая-то. О, смола. О, смола, что ли? Еще смола, смотрите-ка. Ух ты, как классно. А, синий скотч, ребят, смотрите, синий скотч. Это же штука, которая починит абсолютно все, ребят. Ей чинит реально абсолютно все. Если у вас что-то сломалось, перемотайте синим скотчем, и все будет у вас классно. Так, тут что-нибудь есть? Может быть, я что-то тут забыла? Да вроде ничего нет, кроме пустых бутылок и прочего. Все, ребят, пойдемте. Не будем долго тут задерживаться, хотя мы, в принципе, долго тут и не задержались. Так, а вы что-то убиты? А вы кем это убиты? А что у вас тут происходило? Стон зомби. А это зомби вас порешали, что ли? Ну, зомби, спасибо, конечно, удружили, спасибо. Что-нибудь есть в штанах, мужик? Ничего нет в штанах. Что такое-то? У тебя что-нибудь есть? Представляете, сейчас у зомби найду что-нибудь в штанах. Не, ничего нету. Блин, что такое-то? Что такое-то? Почему никто ничего в штанах не носит? Так, сюда мне надо зайти, пока не пойдем. Во, мы сначала сюда. Аккуратно. Блин, нахрен мне эти консервы? А там что? Консервы тоже. Боеприпас. А, это боеприпасы перемещены в рюкзак. Я думал, что-то другое. Тихо. А, ну, мужики. Так, мужики, ну как-нибудь. Ну, мужики. Ну, вас только с пистолета убивать. Ой, хоть крабишь. Живой. Да что ты, блин? Прыгать мне на лицо. Смотрите, ребят, как он рад меня увидеть, блин. На лицо распрыгался. Чем-нибудь есть, мужики? Чем-нибудь есть, мужики? Ничего нет, мужики? Так, еще стонут зомби. Где стонут зомби? Там смола. Я до нее не дотянусь пока. Так, барнакл. А, да вот они все... Может быть... Да не, не хочу. Так, а дробовик что у меня? Ну иди сюда. Не стани, главное. Не расстраивайся. Все, ребят, зомби повержен. Так, а куда мне вообще идти-то? Ой, нет, 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 только не вы. Только не вы. Там пропан был. Там пропан, надо было в пропан стрельнуть. Вот пропан же. Так, я сначала тут все обхожу. Смотри, тут канистра, может быть, неспроста? Может быть, реально неспроста, может быть, дать барнаклу хотя бы? На. Взорвется хоть. Как там у тебя? Блин, да я хотел увеличить просто. Все, барнакл немного от жадности помер. Ну а что он жадничал? Не жадничал бы, не жрал все подряд. Был бы живой, глупый барнакл. Да возьми, возьми пропан. Так, тут еще есть один барнакл. Или нету? А? Есть. Сейчас смотрите, как он взорвется. Ну-ка. Все, смерть барнакла. Так, ребята, мы спустились не так, как планировала игра. Ну, какая разница? В принципе... Ну, это... Ой-ой-ой-ой-ой. Пузо покажи. У меня аж пропан есть. У меня есть пропан. Ну! Хорошо. Ты чё там буянишь-то? Ты чё буянишь-то? Ты чё встал-то вообще? На тебе. И ты тоже не вставай.
Хоть крабу больно. А кому сейчас легко? Так это отвертки, блин. Что это? Одень каску. Надень каску. Надень. Возьми и надень. Так, вот, сказали надеть каску. Давай, Алекс, надевай. Ладно. Не хочешь, как хочешь. Так, что-то я все дробовика патроны там постреляла. Ну, хотя у меня там еще есть, но я не хочу их юзать. Не хочу. Потому что я сказала, мы копим, пацаны. Мы накапливаем. Так, подождите. А там же было где-то смола. Стоп, я сейчас что-то тут... Я не поняла. Ну-ка, давайте залезем, посмотрим. Что-то как-то я запуталась в этом лабиринте жизни. Тут там же где-то была смола лежала. Помните, на противоположной стороне. И вообще, нахрен я вниз спускаюсь, чтобы что? Чтобы просто посмотреть? Ну-ка, давайте шифтанем. Что-то мы ходим как у себя дома. Так, мы можем как-то по балкам тут пройти. А, ну, и что нам это дает? Ну, дает то, что мы пройдем туда, куда надо. Так, как раз-таки тут смола лежит. Все, ребят, нам туда и, в принципе, и надо. F5? Так, тут вроде больше такого, ничего такого не было, ребят. Да? Ты что-нибудь заметил? Да вроде нет. Все, спрыгнем тогда. Смотрите, тут она ноги, главное, не ломает. Хотя расстояние такое, знаете, далекое. Кайф, вполне. Так. Здорово, мужик. Как стрёмно, смотрите. Ему кто-то в ухо дал молотком и побежал дальше. Ну, изобретательно, изобретательно, конечно. Ничего не скажешь. Так, тут одни... Ну-ка, выключи. Когда выключаешь свет, тут как-то более виднее все становится иногда. Так, что там? Патроны, смотрите-ка. Ну-ка. Ну, возьми. Вот, ребята, зачем тут надо лутаться в каждой этой. Так, мы можем сюда зайти и можем сюда зайти. Куда нам нужнее? Я еще-то не знаю. Я на распутье. Ой, там зомби угорает. Может быть, все-таки нам пока здесь? Ну-ка. Ой, опять, блин, вы что из мусорных контейнеров-то, блин? Вы что вылезаете? Вы что, бомжами заделались, что ли? Я не понимаю, хэдкрабы. Вы что, бомжуете? Зачем я вообще сюда пошла? Тут даже смолы нет. Нахрена? А, вот смола. Спасибо хотя бы на этом. Так, ребят, по крайней мере, мы поняли, куда нам надо идти. Нам надо идти туда. Ну... блин, что разбилось-то? Куда все? Куда все вылетело-то, блин? Я просто хотела ящик подвинуть, ну ёб твою. Все боеприпасы потеряны. Все боеприпасы, да? Ладно, пацаны, сейчас все-нибудь разберем. Может быть, не все потеряно. Я просто не поняла. Так, это все обломки. А куда все отлетело-то? Вот. Давай. Притяни его. Притяни, Алекс, ну давай. Ты сможешь. Все, ура, ребята. Маленькая победа. Так, ну все, теперь нам понятно, что надо идти туда дальше. Блин, пистолет, конечно, ну... Нет, эту оружейку я юзать не буду. Ну. Давай, перезаряжай. Сейчас каким-то хэдкраб опять полезут, да? Нет, не хэдкрабы. Мужик, ты тоже. Тебе что, особое приглашение надо? Так, хэдкраб, ты притворяешься или умер? Ты смотри, не притворяйся. Так нечестно. Я тоже могу притворяться. Хэдкрабы тут очень хитрые. Они наконец-то начали думать, ребят. В первую халфу, вторую не думали, а тут начали думать. А в третьей халфе что, они тогда будут вообще, блин, математические задачи решать? Это офигею, пацаны. Так, а куда труп тут исчез? Куда-то. Так, ну что? Тут больше ничего такого нет? Лезь. Ну, лезь. Тут вообще она как-то прыжками странно забралась. Блин, я вообще не понимаю. То она лазит по лестницам, типа, резво. То она начинает лазить вот так вот, непонятно как. Ничего не понятно. Так, по этой ограде она не заберется, не сберется. Она сейчас реально как-то у меня прыжками залезла. Я даже не поняла. Так, подождите, ребят. А на чем мы сейчас копим? Я уже что-то запуталась. Я уже подзабыла. Мы же на что-то сейчас копим. На что-то, да. Ну вот на что? Тяжелый инструмент. Роняем. Опа. Патроны. Для пистолета, что ли? Для пистолета это мало, пацаны. Так, открытая местность, пацаны. Это опасно. Сейчас комбайны выбегут. Я же сказала, выбегут. Не переговаривайтесь. Тихо. Ну-ка.
Долетают они хотя бы. Ну, умри! Блин, ни в одного не попало. Тихо. Меняю позицию. Опять этот сильный. Опять этот с пулеметом. Вот с пулеметом вообще надо мочить его. Куда он поменял позицию? Регулируюсь. Куда там регулируешься? Ага, я поняла. Спасибо, что отрегулировался. На, я тебя тоже настреляю. Куда тебя лучше убить-то? В ляжку, в жопку? Куда? Скажи мне. На, умри. Блин, кинул гранату. Падла. Я тебе сейчас дам. А где у тебя вот это вот? А где у него вот это вот, вот это вот? Иногда я попадаю в нее просто. А тут не попало. Когда у него, помните, все загорается, он такой, блин, и все начинается. Так, у меня тут есть патроны сейчас, наверное, мне дадут. Хороших, я надеюсь. Дай-ка. До пистолета? Ну, это не то. Давайте мне для этой оружейки. Как бы я с пистолета бы их тут мочила-то? Вы что, ребят? Понимаете, тут можно все прохождение. Вот, вот эти патроны. Завалить из-за того, что... Так, тут ничего в толчке нет, ничего нет. Там какая-то бумага. Спасибо, что хоть не говно. Можно завалить все прохождение, если вы будете тут без патронов. Потому что без патронов тут можно реально, ну, себе геморроя нажить. А если есть патроны, то, в принципе, все намного проще становится. Так, что это за склад какой-то? Склад какой-то, да. Так, патроны. А, это шприц. Патроны. Так, коробки быстро-быстро разбираем. Может быть, что-то еще есть? Мне почему-то кажется, что это не все солдаты Альянса. Мне кажется, кто-то еще тут должен быть. Ну не мог же так мало быть. Они сейчас еще все припрутся ко мне. Они же уже знают, что Алекс Вэнс тут творит, делает. Ну вполне, поэтому сейчас все придут ко мне и скажут, блин, о, это Алекс Вэнс, сейчас мы навалимся. А представляете, если придут эти двое пулеметчиков, я что вообще с ними буду делать? Тем более, у меня уже оружия не так много уже осталось. Что я буду с ними делать-то? Кто-нибудь знает, а? Так, ну там... Давайте посмотрим внизу коробки, мало ли там что-то есть. Ничего нет, зря тут только все разбирала. На счастье, разобьем бутылки. Все, тут больше ничего нету. Ничего нет на стеллажах, ничего в шкафах нету. Так, внизу шкафов тоже ничего нет. Уйди. Да, ничего нет, все хорошо, уходим. Опять выключи фонарь, не трать энергию. Хотя вот смотрите, у Алекс Вэнса вообще фонарь не тратится. Вот главному герою Фири бы такой фонарь. Представляете? А то у него, блин, такая страшная фигня творится, а он не хочет. Нормальный фонарь покупать. Так, сколько тут кирпичей? Можно было кидать их. Так, мужики, у вас что-нибудь есть? А, это зомби. Смотрите, какой страшный. А, ему так больно было, ребята. Так, ну-ка, в туалете кто-нибудь есть? Так, бутылка, смотрите. О, смола. Нифига себе. Ну-ка. Это туалет. В туалете кто-то жрал что-то, да? Масло сливочное и пиво. Ну, какой-то странный набор. Обычно к пиву покупают какую-то сушеную рыбу, там сухари, чипсы. Я не знаю, что еще можно. Но не масло же, пацаны. Это как-то странно. Что-нибудь есть? Ничего нет. А в том туалете? Я теперь и тот туалет проверю, ребят. Потратим наше время с вами. Ну, блин, надо проверять туалеты. Ну-ка. Не, ничего тут нет. Все. Удачно мы, конечно, заглянули в туалет. Кто бы подумал, что можно в туалете найти смолу. Разработчики удивляют разнообразием поиска смолы. Так, убери фонарь. Так, тут нет ручки, нечего и дергать. Так, тихо. Там переговоры альянских солдатов, что ли? Вы слышите? Или меня глючит? Что-то такое было, там кто-то копошился. Так, патроны, хорошо. Так, бери пистолет пока. У тебя что? Ну, хотя бы эта бомбочка у тебя есть, спасибо. Ну, в принципе, я их так набрала, что они мне не особо пока и нужны. Видите, что-то покидалось, что-то все мимо. А они такое чувство, что кидаются более... Не подтверждай! Опять он вышел! И что мне делать? Подтверждаю, Алекс. А ты не подтверждай. Да умри ты, блин! У него щит! Мужики! Садись. А где тут укол был, если что? Вы помните, где укол был? Тихо, не простреливай. Умри. Хорошо. Выпущена метка выжившего. Чё за метка выжившего? Вы чё, блин? Пиратов Карибского моря пересмотрели, что ли, метки выжившего? Я не поняла. Где он? Не вижу. А, где-то там. Да больно!
Я вообще его не пробиваю. Блин, он меня убил! А где этот был, этот инъектор-то, я не поняла. Надо вообще запомнить, где этот инъектор был, блин. Короче, мне выпустили две жести. Ладно, тот еще, он не жесть, но вот тот, вот этот вот с пулеметом, он, в принципе, если эта оружейка у меня кончится, у меня все, у меня нет шансов. Мне только вплотную подходить. А где вот она? Ладно, пацаны, будем без этого. Тихо. Сейчас этот придет сюда. Он же сейчас придет. Прием не стрелять. В смысле? На! Какой периметр пуст? Возвращайся сюда! Возвращайся! Все, F5. Так, ребят, это было хитростью. Вполне себе. Так, блин, вот я только секунду назад видела инъектор, и все, в панике я забыла, где он. Так, мне надо как-то этого ушатать. Он ко мне не подходит, он хитрожопый. Тихо. На! Тихо, садимся. Боеприпасы не заряжен. Ой! Тихо! На! Вот так вот тебе! Страшно, смотрите, сыканул. Неприятель жив. А ты как хотел? Ожидаю директивы. Какой директивы, блин? Я тебе сейчас дам директиву, ожидай. 8 патронов. Ой. 6. Какая перегруппировка? Ты там сам с собой, что ли? Так, у меня тоже пустое все. А он с чего-то другого начал стрелять, что ли, пацаны? По-моему, он с чего-то другого начал стрелять. Ну, в принципе, если с далекого расстояния, так с пистолета его так пиу-пиу-пиу делать, то, в принципе, можно его прибить. Так. Мне нужно восстанавливать боеприпасы. Я же сказала, что я без них далеко нахрен не уйду. Прям вообще. Во! Вот это, что ли, шприц я потеряла, ребят? Или нет? По-моему, да. Я поняла теперь свою ошибку. Теперь я поняла все. Так, может быть, дробовик возьмешь? А то сейчас солдат Альянса какой-нибудь выйдет. Какой-нибудь шальной, представляете, какой-нибудь этого низшего ранга солдат Альянса выйдет и все. И убьет меня. Будет вообще весело. Так, ну-ка. Туалет открой. Смолы нет. Патронов нет. Ни патронов, ни смолы. Да что ж такое-то? Не, ну это, конечно, они мне по жести пустили этих двоих. Так, если я погромче сделаю, то что-то как-то плохо слышу. Что-то как-то... А почему они некоторые... Че, он исчез, что ли? О, этот большой-то, почему он исчез? Я его не облутала. Ты где, большой? Здоровячок, ты че? Почему вы исчезать начали? Я не поняла. Какого хрена? Я спрашиваю вас. Ну ты-то хоть не исчез. А, у тебя шприц. Да мне шприц не нужен. Дай патронов-то. Ну че вы? Мужики, ну дайте патронов. А, тут как раз-таки я разбил... О, вот как раз-таки... Вы поняли? Тут тоже в зомби шприц этот. Я разбивала тут коробку. Вот как я обошла немножко зигзагом, потому что там было не пройти. Что за звук какой-то? Тихо оружие стрельнуло, да? Странно. Что здесь? А, тут какой-то клад, ребята. Что за фигня? Такое чувство, что кто-то там идет, нет? Может, мне кажется уже, ребят. Что-то звука оружия не было, стрельбы почему-то. Я не услышала его в наушниках. Может быть, у меня наушники глючат уже? Не понимаю. Что-то звуки какие-то... Кстати, не глубокие звуки, что-то такое. Управление. Мне управление, видимо. Пойду в управление искать начальника и жаловаться. А, поблизости зомби. А, иди сюда. В растяжку наступи, давай. Молодец. Молодец, молодец. Хоть кто-то сел на растяжку в этой серии. Кто-то, а не я, кто-то, а не я. Кто-то счастлива очень сильно. Так, ну-ка, тут ничего нет. Больше ничего нет. Так, тут растяжек больше нету, я надеюсь. Да кого я обманываю? Конечно, есть. Тут все наставили. Тут, наверное, все в этих растяжках, скорее всего. Где одна, там и вторая. Так, это крабы чилят, расслабляются. Что за звук, как будто кто-то что-то чинит. Хэдкрабы, это вы, что ли? Кстати, хэдкрабы, а понятно, почему они тут валяются. Они тут набухались, смотрите, сколько тут бухашек и прочее. Нажрались, набухались. Даже хэдкрабы запили от такой жизни. Так, а это как? А, ну только так. Ну-ка, дай-ка. Я же через стекло пролезу, да? Ну да. Все-все-все. Вылезло. Можно было, в принципе, так их и не бить. Смола. 17 уже смолы. А дайте мне, пожалуйста, этот агрегат. Я увеличу то, что я не знаю что. Не знаю что, но я увеличу.
Так, по-моему, я всю... Слушайте, я, по-моему, только дробовик не прокачала, да? Ребят, ну, вроде бы да, пистолет у меня полностью прокачан. Это тоже оружейка полностью прокачана. Это... Мне только дробовик нужен. Так, тут я тоже не пройду. Значит, мне в дырку. По иронии судьбы, вылезет тут хэдкраб. Кто ставит на хэдкраба? Не вылез. Так, растяжка. Смола. Да блин! Я не так хотела, пацаны. Я, блин, не так хотела. Я думала, я подтяну чуть-чуть. Я... Подождите, а где смола-то? Пацаны, куда улетела смола-то? А смолы-то нет. А куда она улетела-то? Я хотела только одну коробку схватить, чтобы... Ладно. И, или это она улетела? Ну, может быть, и она, фиг ее знает. А может быть, нет. Так, где что? Я что-то не вижу ничего, ни противников, ничего. Почему? Где вы все? Непонятно. Так, а этот я могу стеллаж отодвинуть, но мне, в принципе, и не надо его двигать. Мне туда незачем возвращаться. Не вижу никаких... Никаких вот этих вот причин возвращаться туда. Так, это что такое? Это растяжки одни. Ни хрена себе. Вот это они тут настроили. Что я вам могу сказать? Так, а мне в шахту? Серьезно, прыгать в шахту? Да я разобьюсь. Да вы что, мужики, вы угораете, что ли? Чтоб я прыгнула в шахту? Да вы что? Да мне кажется, не. Да вы угораете надо мной, что ли? Да вы что? Я там... Я умру, понимаете? Я умру. Слушай, я, может, реально в шахту? Может, такой конец головы? Да я разобьюсь. Не разбилась. Ни хрена себе. Вот я тоже не понимаю, почему она в некоторых местах падает. Как... Ёпаные, они растяжки прикрепили к этим. К бочкам. Вы понимаете, в чем сложность? Нам надо аккуратно все это пройти. Или произойдет детонация. И Алекс Венс разлетится на маленькие-маленькие микрочастицы, которые даже потом не соберет никто. А у меня 26 хп. Пацаны, это просто капец. Ну что, парни, я проверила записи и сделала себе перерыв на чаек, потому что мне надо как-то осознать то, что мы с вами сейчас можем так попасть, так залететь, так пролететь, что будет капец. Капец. Как, что тут делать-то? Так, опа, аккуратно. Ай, блин! Уже башкой что-то себе сняла. Ладно, это была не та траектория, это была не та тактика. Блин, как хитро-то они все это комбайны сделали. Вот хитро жопы, серьезно, блин. Вот как они так наделали-то, блин. Ну, эх. Ладно, 5 за идею. Исполнение тоже 5. А у меня исполнение пройти это на двоечку. Ну-ка, может быть. Прыгни. Тихо, а чего она прям красным светилась? Опа, смотрите, я в бочку могу войти. Читер Алекс Венс. Да ёб твою, блин, жопа что-то сняла, блин. Тут еще долгие загрузки, придется их ожидать. В ожидании называется. Ребят, полсерии потратим на эти прыжки. Туды-сюды, туды-сюды, туды-сюды. Тут есть какой-то оптимальный маршрут, но он мне неведом. Мне неведом этот оптимальный маршрут. Так, как же нам проползти? Может быть, там внизу надо было как-то проползти? А может, там вверху еще что-то есть, нет? Подожди-ка. Тихо, аккуратно. Так, этот ящик не двигается. Тихо. Все, куда-то прошли, смотрите. Шприц. Вкололись. F5-нимся. Надеюсь, это не западня. Так. Нам надо как-то туда прыгнуть. Но. Проблема в том, что нам бы лучше на что-то встать и прыгнуть. Вот как-то так. Чем прыгать просто так. Так, а тут вот... А по стеллажу я не смогу, да? Ну, вроде бы нет. Я просто пытаюсь себе как-то оптимально все это сделать. Я боюсь, что она в прыжке не перепрыгнет. Я хочу встать на что-то. Музычка прикольно играет. Аккуратно. Тихо. Ну что, пацаны? Просто повезло. Это просто везение. Это просто везение. Смолы, смотрите, сколько мне надавали за грацию. Тихо. Не смей ничего кинуть, Алекс. Сейчас от этого зависит наша жизнь с тобой. Так, подожди-ка, а куда это? Ёп! Ёп ты! Мне надо туда вообще идти, а как мне туда пройти? Ладно, со стола, по крайней мере, я проще перепрыгаю. А как мне обратно вернуться теперь? Я так шла за смолой, чтобы... А, надо было сначала... Надо было туда идти. Но нет, смола все-таки была нужна.
давай-ка. Все. Как обратно-то я... Как я все обратно сделаю? Хрен его знает, как я обратно все сделаю. Я даже не знаю. Аккуратно. Все, аккуратно прошла. Так, значит, тут тогда в присядку. Смола, смотрите. Я не увидела даже. Нет, не в присядку, тут надо прыгать. А чё я тогда в присядку шла, фиг меня знает. Так, давай-ка с разбега. Ну-ка! Хорошо, Алекс Свенс, хорошо, молодец. Молодец. Все, пацаны, это не так уж страшно было, не так уж страшно. Вот теперь вот не так уж страшно. И патроны мне в награду. Классно. И главное, не зря сюда пропрыгали. Там еще смола была. Представляете, если бы не стали бы прыгать. Я просто искала оптимальный маршрут. Тихо, там крабы, что ли, где-то? Крабы, 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 вы отстаньте. Вы отстаньте от меня, крабы. Играйте с кем-нибудь, с солдатами Альянса, допустим, но не со мной. Я не люблю играть с хэдкрабами, понимаете? Все, уйдите, обидитесь на меня и уйдите, скажите, фу, противно. Машина там. А, это барнаклы, фу ты, барнаклы, я вас с хэдкрабами путаю. Ну, в принципе... Хотя, как их можно спутать, они же разные по шуму. Барнакл, бум-бум-бум, а хэдкраб... Вы сейчас скажете, вообще-то не такие звуки, Тамар. А я скажу такие. Так, прочный. Так, барнакл, 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 дай-ка я тебе коробку дам. На, красивая коробка, держи. А сама от сердца отрываю себе. Так, тут что? Так, нам надо туда идти, я пока тут облутаюсь. Может быть, тут что-то есть такое, что мне... Барнакл, держи. Так, ну ты будешь мне мешать уж точно. Всё, в машину я хочу залезть. Тихо, главное в эту не попасть. Смола, смотрите. Чем больше смолы, тем лучше. Так, капот не открывается? Нет, не открывается. Так, я ради смолы, походу, шла. Ну-ка. А если этого барнакла убить? Потому что он мне что-то тоже мешает. Смотрите, он смолу выплюнул. А что, в барнаклах есть смола? А что их вас раньше-то не убивало-то? Ну, хотя, в принципе, я в одном находила, но я думала, это просто так разработчики сделали, чтобы мне это супер-приз такой сделать. А в этом что? А в этом ничего. Все, ребят, не буду на них тратить патроны. Это какая-то проигрышная лотерея с барнаклами. Ладно. Блин, в этих точно же ничего нет, не буду. Ладно, давайте посмотрим. Может быть, что-то еще есть? Ни хрена, тут кишки и чьи-то. Ладно, в тебе что есть? Давай. Удиви меня. Есть, смотрите. Патроны. Ну, по крайней мере, хоть что-то восстановило, ребят. Так, и последнее. Последний барнакл, ребят, ставим ставки. Есть что-то в нем или нет? Два, три. Ну-ка, давай. Я говорю, нету. А ты? А ты сказал, наверное, есть. Вот и ни хрена нет. А может быть, ты тоже сказал, что типа нету, там зря тратишь патроны. Так, опять открытая местность. Я что-то боюсь, сейчас солдаты Альянса выйдут. Пацаны, тихо. Тихо, тихо. Я же говорю. Они такие предсказуемые. Они такие предсказуемые. Так точно. Так точно. Не точно. Ой, попало кому-то в лицо. Да умри ты, блин. Ой, этот... Как всегда, блин, как куда-то забрался там, типа... Тихо. Ну, этого я так добью. Тихо. Да ёб твою, да что ты в меня попадаешь-то все время? Надо, короче, тут сохраниться, потому что он будет... Тихо. Боль. Ошибка цели. Он чувствует боль, смотрите, ребят. А где он? Опа. Короче, я под обстрелом. А ты что хотела, что я тебе... Конечно, активно, блин. Я еще активно, блин. Тихо. Он собирается стрелять. Вот так нечестно, знаешь ли? Ой! Ой, но я все равно его добью, ребят. Что, думаете, я не добью его, что ли? Тоже мне. Был бы он ближе, я бы с дробовика бы его зафигачила. Но не могу. У меня 26 патронов. Наконец-то, блин, солдат Альянса умер. Так, пацаны, у меня осталось 16 патронов. Что я вам говорила про то, что начнется... Какое? Так, что-то я не вижу входа в здание.
Пойду осмотрюсь. Что это за место? Винодельня. Здесь сделали водку и все такое. Водка вкусная? Господи, нет. Рассел не любит водку, ясно. Ну, я этого не говорил. Так прям же. Это яд. Но... Но мне нравится. Всем нравится. Ладно, это все очень путано. Я попробую попасть внутрь, там найду бутылочку. Было бы славно, если не сложно. Типа, ну это же невкусно, типа, но мне нравится. Ну открой, блин. Ну открой. Ну что это такое, блин? Давай с другой стороны попробуем зайти в эту машину. Так, звук двери. Так, ничего тут нет? Так, ну, может быть, я тут не зря все-таки лазю. Может быть, тут зря лазю. Ничего тут нет, ни смолы, ничего. Так, надо как-то в этот приемник что-то вставить. Вставить бы что-то. Чтобы мне вставить? Чтобы мне вставить, тут собак нет этих. Чтобы их прибить. Скатов собак. Тогда что? Солдаты Альянса. Кого мне можно из вас... Что вставить? А, ну вот мы через этот барьер и прошли. Я же говорила, можно было просто перепрыгнуть. Но мы бы тогда все скрипты поломали бы. Так, ребят, ну что, ищем? Тихо. Что там такое было? Такой скрежет какой-то. Так, это можно подняться, может быть, как-то. Может быть. Но мне кажется, мне надо капсулу искать, скорее всего. Так, опа, какие-то ручки. Ну, зачем ты так трогаешь? Бери патроны. Патронов много не бывает, тем более Алекс Венс. Так, тут что-нибудь есть в этих коробках? Смотрите, там патроны. А, смола, блин. Ну, смола тоже хорошо. Ну, тут-то должны быть патроны. Да нет! Ну, ладно, так тоже нормально. Я хотела переместить ящик, он что-то так быстро сломался. Так. Вот эта банка. Чё думаешь, блин? Я тебя не увижу, что ли? Отдай банку. Так, банка там валяется, и этот приемник тоже. Значит, мне надо куда-то туда валить. Но дело в том, что тут еще какие-то кнопки можно понажимать. Ну-ка, давай. А, так что я понажимаю-то? Мне без этой банки, без энергии, что я сделаю-то? Мне ничего не сделать. Зачем эти лишние телодвижения? Так, боеприпасы, хорошо. Хоть что-то мне восстановили, хоть чуть-чуть. Так. Шприц. Опять она киданула его. Так, подождите-ка. Серьезно? Да ладно. Вы хотите сказать, что мне не пробраться сюда? А почему это? И позвольте, позвольте, господа разработчики, вы чё? Хэдкраб, что ли, там закрылся? А, там замок. Так она его не прострелит, естественно. Зачем я каждый раз пытаюсь, если знаю, что она не прострелит? Хороший, интересный вопрос. Так, боеприпасы хотя бы восстанавливаю. Так, давайте в туалет зайдем от безысходности. Чё в туалете? Меня что-нибудь порадует? Опа, как-то ящик отреспаунился. Ну-ка. Патрон для пистолета. Ну, хоть что-то. Так, что-нибудь есть тут в толчке? Нет, ничего нету. Так, ребята, вопрос остался открыт. Где нам найти... мы можем вверх по лестнице залезть. Что-то я как-то лестницу-то и не увидела. Ну-ка, давай. Ух ты. Ух ты, что-то как-то быстро залезли. Я аж офигеваю каждый раз, когда надо это делать. Так, а нам тогда как туда попасть? И зачем мы так сделали? И для чего? Так, ну нам можно туда, конечно. Это никак не отстрелится? Нет, никак. Я думал, можно отстрелить. Зачем, кстати, если нам туда надо? Тамар, ну нелогично. А может быть просто сюда залезть? Да как просто? В Халфе когда-нибудь что-нибудь просто было, Тамар? По-моему, никогда. Так, тут провода все тянутся. Так, блин. А что мне делать-то, собственно говоря? Что? Давайте подумаем логически. Включим логичную логику, которой у меня нету. Мы подумаем о том, что как там попасть туда. Тут никаких ручек, рубильников, ничего такого нет. И банок этих не валяется этой энергии, чтобы мне вставить туда в этот приемник, чтобы открылась дверь. Потому что там как раз она откроется дверь, но тут еще лифт мешает. Там что-то... Что-то... А, хотя, в принципе, мы его поднимем. Там же главное вот эту бочку найти. Так, я что-то тут ничего не нашла. Никаких ответов на свои вопросы. Так, странно, пацаны, странно. Очень странно. Так, это куда-то идет в здание. Может быть, все-таки я зря ушла? Быстро так. Ладно, ребят, сейчас решим. Это даже интересная загадка Half-Life. Давно у нас не было таких загадок, чтобы, знаете, подумать головой. Но тут она не пролезет. Тут просто открывается, закрывается. Подожди, а тут?
Так, там какие-то споры. Так, смола, смотрите. Так, и впятимся. О, они кусаются, да? Подожди, а может быть им гранату сюда положить? Давай, зен раковины. Че, они не умерли? А в чем смысл тогда был? Просто взять эту коробку со смолой? Ну тут она не пролезет, ну никак, смотрите. Она не лезет. Тут труба мешает ей. Сюда нет смысла лезть. Или нас укусят за раковины. Тихо, что там так? Так, тогда мне непонятно. А что, если я сюда гранату закину? А, так я могу как раз таки замок тут отстрелить. Что я думаю-то головой? Смотрите, все легко же. Тьфу ты, блин. Что я тут задумалась-то? Все легко-то. А еще говорю, там замок, блин. И что, я тут же могу его снять? Тьфу ты, ребят, все. Надо серию уже заканчивать, понимаете? Уже думалка не думает. Тьфу, легкая загадка. Так, это сразу тебя туда? Хотя, в принципе, зачем она мне нужна, ребят? У меня и так все с ХП хорошо. Подождите, а зачем мы тогда на вышку эту лазили? Что мы там хотели достать? Что-то пока не ясно мне. Так, на. Личинка, может быть, будет у нас жить, кстати. Так, ребята, я теряюсь в догадках. Зачем тогда мы на эту вышку лазили? Может быть, там как-то перепрыгнуть надо будет или что? Потому что в халфе просто так ничего не дают. Так, ну-ка, давай-ка. Вот, и как раз-таки вот эта вот штука. Ну, это тут энергию, наверное, как-то отключается. Типа. Так, а что мне надо прокачать-то? Ну, дробовик вроде бы как. Больше мне качать-то нечего. Подожди-ка, эту оружейку надо мне вообще качать? Ну, давай. А подождите, он же не работает. Надо сначала вот это вот. Смотри, кто вернулся. Я снова запустил дрон. Ты попала в аварию. Игнорируй, встретимся на улице. Впереди баррикады Альянса. Они никого не пускают к хранилищу. Ага. Что думаешь? Ступай в винодельню, а там увидим. Мой дрон снова в строю, так что у нас наконец... А, что вы издеваетесь? Где он? Ёб твою, эти манхеки! Откуда они стреляют? Откуда? Тихо! Где он? Ну, вот он! Ни хрена себе, он меня так убил! Вы чё, блин? Тихо! F5. Так, по крайней мере, у меня... Да ёпта, да чё они такие сильные-то? Наконец-то! О, блин! Ну вот я вообще не ожидал такого. Вы в состоянии альфа. Он где-то здесь же? Нет, он здесь. Он отошел. Он молодец. Он отошел. Или он умер? F5. Так, манхэки где-то. Так, пацаны, очень опасная ловушка. Так, он здесь стоит. Тихо. А, он меня не видит. Прикольно. Тихо. Перезаряди. Быстрее перезаряжай, Алекс. Это наш шанс. Наступает он, смотрите. Тихо. Да ёб твою, блин, наступил на меня, блин, конечно же. Тихо. Может быть, мне тоже гранаты выбрать? Не долетают они. Тихо. Тихо-тихо, он идет. Он идет, он идет, он идет. Да блин!
На! Опять этот манхэк! Да убейся, блин! Надо менять позицию, пацаны. Тихо. Тихо, тихо. Ну так фигня, конечно. Тихо. Какой патруль? Вы чё, блин? Какие укрепления границ? Вы чё, вы пожалеете меня? Тихо, вот он обходит. Вот он обходит. Да иди сюда! Не проявляй, не проявляй я усталость, не ври! Чё врёшь-то? Чё врёшь-то? Это ты у меня проявляешь усталость? Да когда он сдохнет-то? Ну что такое-то? Наконец-то! Паблин! 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 Пацаны, ну это жестко, конечно, они меня окружили. Я согласна, это прям вообще жесть. Я такого не ожидала, блин, под конец серии. Ну, лечи меня, пожалуйста, личинка. Я в шоке, нахрен. Это просто они меня просто ушатали. Просто вот эти вот большие, и это... Это просто, знаете, мы... Чё? Кто-то еще же, что ли, здесь? У вас хоть есть какие-то патроны, не? Или вы как вот? Или вы наглые? Чё мне эти гранаты, патроны мне давайте? Патроны! Патроны, давайте, патроны. Патроны. Где патроны-то? Чё вы... Чё вообще мне вы ходите ко мне с пустыми руками? Я вас не понимаю, мужики. Сначала, блин, раз он меня испугал своей вот этой штукой, блин. О, блин. Так, что я хотела-то? Может быть... А, я даже... Смотрите-ка, я не могу. Открывай. Ну, открывай, блин, приемник. Открывай. А, мне энергию же надо запустить, ну-ка. Все. Давай. Что не так? А, ну запитать тебе надо, что ли? Точно, надо энергию подать. Ребят, у меня просто сейчас крышу вынесло. Просто взяло и вынесло. До свидания называется. Понятно. Что нифига не понятно. Так, а что с этим агрегатом-то? Что он тут? Не запускается-то? Мне, в принципе, можно идти туда. Так, рычаги больше... А, рычаги все, больше не двигаются, смотрите-ка. Да, не двигаются. Понятно теперь зачем. Мне надо просто перепрыгнуть, эта штука не откроется. Вот тебе и все. Я же говорю, в халфе ничего просто так не происходит. Так, может быть, вы мне патронов принесли, а? Ну, солдаты Альянса, ну че вы? Ребят, представляете, они реально без патронов ко мне пришли. А что мне делать? У меня один пистолет остался, всего лишь 10 патронов. Мне вообще не восстанавливают боезапас. Как я тащить-то дальше буду? Вы чё? Вы что? Вы зачем так делаете? Ну? Что здесь? Ну-ка. И зачем все это? Ну не застревай здесь. Так. Непонятно, ребят. Ладно, давайте сегодня на этом остановимся. Я не знаю, почему вот этот агрегат, он не открывается, ничего не делается. Хотя вроде бы, смотрите, кнопочку-то я кручу. По-всякому. Я тут долго крутила, просто вам на записи уже не попало. Непонятно. Может быть, подожду ваших комментариев, вы мне скажете, почему тут кнопка-то не открывается. Потому что мне самой интересно. Ну что, ребят, встретимся в следующий раз. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем хорошего настроения и хорошего дня. Всем пока, ребят. Ну что, парни, момент истины. Алекс, тебе везет. Это незащищенное оружие Альянса. Чего ты взял? Оно еще в ящике. Никогда их такими не видел. Неплохо. Мне даже не пришлось править твой кинокод. Знаю, тебе бы зашло. Ничего, в другой раз. Ничего, в другой раз. Здорово, ребят. Ну что, я же говорила, тут должны быть какие-то фразы. Вот они есть. И все-таки мы их услышали, ребят. Я с собой довольна. И вы, надеюсь, мной тоже. Замечательно, что мы теперь имеем полную картину обо всем. А то просто, блин, нашли эту пушку, и она такая ничего не сказала.